Когда сильно память у него была, сразу же все наизусть знал. Но однако один раз он, у него слабла память. И тогда он, в прошлый раз мы говорили вот этой стихи его, когда он сказал, он пожаловался своему устаду, «Ваки'а, шакауту иля ваки'а, суль хифзы фаусани битаркель маасы, факала анна ильму нурун, ва нуру Аллахи ла ю'атали л'асы». Он говорит, я пожаловался своему учителю, сказал, что у меня слабая память стала. Он мне сказал, оставь грехи, поистине знание Аллаха – это свет, и свет Аллаха не дается грешникам. Знаете, какой грех у него был? Женщина, когда проходила, он нечаянно посмотрел на, в область ее пятки. Сразу же отвернулся. Вот такой грех был. Здесь удивительно, субханаллах, человек, когда бывает, астагфируллах, с какими-то девушками общается, которые не являются для него махрамом, ни сестра его, ни жена, с ними дружится, общается, смеется. Астагфируллах, когда смотрит на харам, что он скажет в судный день Аллаху, субханаллах,